Всем привет, друзья! Снова Илья, опять я у кроликов. Целый день управлялись. Все было некогда опять вам поснимать. Какая у меня новость? Окролилась еще одна крольчиха, вот эта белая. Окролилась дня 4 назад. Ну, сейчас вам все подряд покажу. И сразу водички дали, сено напихал. Уже собираюсь в город. Осталось корма засыпать и все. С вами этим и займемся. Вот я основное буду ставить. Вы смотрите на кроликов, а я буду засыпать корм. Ох, как страшно. А, у меня тут, наверное, увеличение включено. Прошу прощения, вот. Засыпал корма, начинает лезть кормушки. Насыпаю полную баночку. Немножко рассыпал. Не смертельно. Ух, как. Такая вот молочная серой. Серая вроде бы покрыта неделю назад. Так что вот эту молочную на следующей неделе я уберу. Точнее, пересажу. Вот эту молочную и молочную черную. А пересажу я их вот сюда. Или, наверное, молочную черную сейчас пересажу сюда. Или даже так. Сейчас, наверное, это и сделаем. Потому что черная, если что, кроится через 2 недельки, пускай она отдохнет от малышни. Сейчас. Я нажму стоп, перекидаю их. Все, перенес малышню и перенес поюку. Тут стояла другая, а ихняя мамаша. Вот эту одну. Сейчас, кстати, воды надо налить. И все. И пускай готовится. Через недельку покажу. Установлю маточники. Покажу. Меня там спрашивали, как я устанавливаю маточники. Вот мои маточники. Я их помою. Не высохнут. Ну, и установим. Ну, это малышня пускай живет здесь. А малышню серую я, наверное, пересажу в дальнюю клетку. Она пустая. Вот так вот. Сейчас добавим корма. Насыпал полную кормушку. Пускай теперь живут здесь. Сразу проверяем, чтобы было закрыто. У короля есть корм, добавлять не надо. Он ест слабо, да? Он линяет, наверное, вот лезет с него. Линяет. Да, и вот это вот мамаша окролилась. Ей тоже, да, можно чуть-чуть добавить. Она почти полная. Ну да, но когда... То есть, видите, если кролик один, ему вот этого коробка хватит недели на 2. Ну, если с детворожью, то, конечно, ненадолго. Нарвала кучу пуха. Кстати, малышня постоянно разлазится. Их постоянно ищу. Но все живые вроде. Вот, кидаю в кучу. Вот, один отдельно. Почему в куче не сидится? Все. Пуха нарвала очень много. Молодец. Здесь 7 штучек, по-моему. Ну вот так вот сейчас вам покажу, потом их укроем. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Да, 7 штучек. Все, укрываем. Детвору. Пускай.
сразу проверяем, чтобы я никого не забыл закрыть. Идем дальше. Вот это мамаша черненькая, которая, у которой только что детвору забрал. Сейчас насыплю ей корма. Все, засыпал ей. Ну не знаю, так чтобы у нее сильно живот был, я не вижу. Но там посмотрим, если не покрыто, будем перепокрывать. Такая вот хорошая мамка. Сразу пошла просить кормушки. Здесь вот белая уже такая вот детвора. Ну, сразу видно, она молочная, мамаша хорошая. Их 6 штучек, то есть очень быстро вытянулись. Тоже в кормушке пусто, сейчас насыплю им. Насыпал корма. Пускай едят. Показать матрасики. Матрасики я через неделю уже вытяну. Сегодня пуха тут вытянул, он не нужен. Ну, в туалет не ходят в матрасике. То я думаю, все нормально. Через недельку уберу. Так, и, ребят, вот этой мамаши, что было 12, осталось у нее 1, 2, 3. Три крольчонка. Да, 3. Начался какой-то непонятный падеж. По какой причине, я не знаю. Скорее всего, из-за того, что и вот это что-то такое какой-то непонятненький. В общем, плохо, что кролики не доели молока, что было их очень много. То есть надо как-то это, не знаю, как это сконтролировать, но скорее всего нужно будет убирать лишних. Потому что когда они не доели, значит, это нехорошо. Корм у них есть, сейчас досыплю им, почти пустая. Идем дальше. Кто понял, что да, стек ранее двоих убрал, а вот следующие претенденты на уборку. Кролики растут хорошо, до сих пор их не перебрал, вдруг где-то самец-самка проскочила. Надо будет перебрать на следующей неделе обязательно, потому что уже взрослые, им уже к 3 месяцам, чтобы не поперекрывались. Есть хотят, сейчас насыплем корма. Вот такие. Хорошо растут. Все, насыпал полную кормушечку. Пускай едят. Их я убирать буду где-то недельки через 3. Хотя у меня через 3 недели уборка свинки одной там из мелких планируется. А этих, наверное, уберем через месяц. Ну, посмотрим. Все, их последние клеточки. Тоже пусто. Здесь вот 4. Это с тех же выводков, что и вот это только что было. С одинаково на откорме. Где-то поживут еще месяц. А вот сюда пересажу малышню серой. Здесь убрано, все чистенько. У нас паутинная кормушка заросла, но это потом уберется. Ну вот так. Сейчас я им вот этим засыплю корма. Все, засыпал этим. Все, ребят, с кроликами управился. У всех порядок. Все накормлены. Все на сенниках. Это, я думаю, все нормально. Ну, так все. Все, ребят, всем спасибо за внимание. Всем удачки.
И всем пока. Еще раз малышню покажу. Скажите пока.